Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами окунемся в очередную игру детства. Да, немножко забросил я нашу новую рубрику на канале. Кстати, ссылка на которую есть в описании. Мы с вами играем во всякие старые проекты. И, возможно, вы даже для себя вскроете какие-то старые воспоминания, вспомните какие-нибудь крутые старые игрушки, в которые когда-то, возможно, играли, да, в 2000-х. И сегодня у нас с вами... «Как достать соседа». Это, возможно, одна из первых игр, которые я еще, в принципе, в детстве познакомился, потому что игрушка была самая то для детей тогда. Она вышла, если не ошибаюсь, в 2000... Ну да, где-то в 2000 году, возможно, 2002, 2004, 2003, где-то в тех годах. И это у нас с вами ремастер этой игры, вышел он в 2020 году. Я хотел поиграть в оригинал, но я понял, что я по-любому буду возиться там с разрешением экрана, со всей вот этой вот фигней, решил не париться, поэтому поиграем в ремастер. Но все равно, я так понимаю, это не ремейк, то есть геймплейно никак не меняется игра, только графически, и все. Погнали играть, погнали смотреть и погнали, естественно, всем этим делом наслаждаться. Так, начать новую игру. Сделал гадость, сердцу радость. Как мы скоро увидим, наш сосед тот еще тип. Редко застанешь его мирно сидящим в кресле. Исключения только подтверждают правила. Может, он просто затаился и что-то высматривает. Вуди это не по душе. Придется навестить соседушку. Сейчас еще вкратце расскажу, кто, возможно, не знаком с этим проектом. А, тут еще вон что есть. Нифига себе. Hello? How you doing? Hey! Hey! О как! Я, кстати, эту штуку не помню, извините, если было громко, уж такая катсцена. В общем, если вкратце, то то, что вы сейчас видели, является предысторией, да, того, чем мы будем заниматься. По сути, у нас есть сосед, который нам осточертел, которого мы ненавидим, он ведет себя как настоящая свинья. И наш главный персонаж решил провести целое шоу. То есть нанял, как видите, операторов, позвал каких-то людей, которые начали записывать то, какие пакости мы будем, собственно, делать этому самому нашему соседу. И здесь довольно-таки много миссий. Есть также разные, я помню, там вроде вторая часть еще выходила. Ну, вроде это все, кстати, объединено в одну игру, вот эту вот, вот этот ремастерет. Но сегодня сколько успеем, столько успеем. В общем-то, будем всякие гадости, пакости устраивать нашему соседу, чтобы у него там крыша поехала, он сошел с ума и наслаждаться этим всем делом. Как-то так. Погнали начинать. Также тут есть обучение. Ротвейлер даже не задумывается о том, что к нему проникнут незваные гости. Он хочет просто проваляться еще один день. Пора осмотреться и подготовить для соседа ловушки. Окей. Ну, думаю, обучение это не то, что бы хотелось мне видеть. Давайте я просто все поскипаю. Можно тут выключить? Камера пакости. Я где-то тут видел, была такая возможность. Видимо, уже нельзя, да? Так, вернуться к Вуди. В общем, вот наш персонаж. Мы можем управлять и лутать, допустим, всякие вкусняшки находить. Вот, допустим, мы сейчас что нашли? Подушку-пердушку. Что мы с этой подушкой-пердушкой можем с вами сделать? Допустим, вот у нашего соседа есть какой-то распорядок дня. Кстати, тут время идет. Пойдемте еще чем займемся. Вот, например, сюда можно, да? Я, кстати, помню, блин, я помню, я в детстве очень много задротил, на самом деле, когда с соседом. Мне очень нравилась игрушка была. Это что такое? Воу, я это впервые вижу. Это какая-то мини-игра, что ли? Господи. О, что-то сработало.
такой штуки не было в детстве, как я помню. Мини-игры никакой я не видел. В общем, у нашего соседа есть распорядок. Что он сейчас сделает? В основном он сейчас садится, смотрит телевизор, потом идет, смотрит в балкон и, судя по всему, подглядывает за всякими девушками, как я понял. Ага, вот еще в холодильнике. Смотрите, мы нашли с вами три какие-то штуки. Пойдем сейчас сходим сюда. Бежать тут, к сожалению, нельзя. Вот наш сосед сейчас уйдет в другую комнату. И что мы с вами делаем? Выбираем нашу подушку-пердушку и соединяем с креслом. Благодаря чему? Собственно, когда наш сосед сядет, он преисполнится в своем познании. Также можно, да, я помню, как это работает, офигеть. Мы ему также испортили еще до кучи антенну, чтобы жизнь медом не казалась. Одна из подготовленных вами пакостей вот-вот сработает. Оторвитесь от дел и насладитесь представлением. Давайте пока яйцо вот так соединим. Ага, первое готово. И теперь клей соединим с биноклем. Все, шиза пошла. Шиза идет. Шиза идет, это хорошо. То есть тут как работает? Надо заранее, вот почему я сразу пошел, все быстро сделал. Чтобы у него вот этот фитиль не останавливался. Потому что если ты сразу все сделаешь, то сосед прямо шизу-шизу словит самую настоящую. Как-то так. Так, и теперь можем, допустим, спрятаться в шкаф. А почему нет? Вот, сейчас он посмотрит телевизор. И пойдет смотреть там в бинокль. По пути еще увидит, что мы ему испортили микроволновку. Тоже с ума сойдет. Готово, минус спина. Отлично. Все, нам остается только наблюдать. Но мы вроде все выполнили, как я понимаю. Вроде тут больше ничего нет в первой миссии. Она самая такая стандартная. Все, готов. Вот и все. Вся игра, по сути. Будет довольно-таки много миссий. Будет довольно-таки много миссий, где будут разные ситуации, сосед будет заниматься разными делами, и мы будем как-то ему пакостить, портить ему настроение, да, за то, что он нам портил для этого. Вот и вся игра, но в детстве, блин, это было очень круто. Сейчас, конечно, это немножко, возможно, с какой-то стороны смотрится кринжово, и возраст, наверное, уже, конечно, далеко не тот, чтобы играть в подобные игрушки, но в те времена, блин, сколько таких крутых проектов. Это же, кстати, игра от русских разработчиков. Тогда куча всего производилось, я, блин, сколько всего уже позабыто, столько игр было крутых от русских наших типочков, которые вот подобные проекты делали. Так, и вот у нас с вами есть сейчас какие-то миссии. Там потом, кстати, еще будут, еще миссии, еще, целая куча миссий. То есть миссий здесь более чем достойное количество. И давайте двинемся дальше, поиграем еще. У телеэкрана у него есть еще какая-то. Или вот сюрприз ко дню рождения. А давай-ка дню рождения глянем. Сюрприз ко дню рождения. У соседа день рождения. Как всегда, он празднует наедине с собой, любимым. Задувает свечу и желает себе всего самого лучшего. Между делом он спускается заглянуть в почтовый ящик. А ну как пришла открытка или посылка с подарком. Вот бедолага, разве так справляют дни рождения? Вуди решает ему по-соседски помочь. Это мы сейчас устроим. Блин, я эту собаку, кстати, тоже... Аж так флешбеки ловлю от каждой вот этой вот фигни. Мелочь, а приятно, капец. Так, вот почтовый ящик, да? Угу. Так, вот он что-то с тортом делает. У него тут еще портрет мамы появился. Лужа есть. Ой-ой-ой, он идет почту чекать, прячемся. Так, вот он смотрит почту. У меня есть мышеловка. Шутиха. А, это, наверное, надо добавить вот сюда, что-то мне подсказывает. Да-да, по-любому. А что тут за лужа? Он сюда тоже ходит или что? Понятно. Так. Тут пусто в этот раз. О, можно мочалку.
А, это мыльница. Быстрее, быстрее иди. Опа, отлично. Так, и что нам сейчас с вами сделать? Окей, он ходит то есть сюда и сюда, вот так вот. У нас с вами есть мыло, мы можем вот здесь его разлить. Можно подложить ему петарду, я не знаю, где мышеловку только использовать. А, мышеловку можно вот здесь использовать, кстати. А, еще маме ему лицо надо разрисовать. А вот что, с туалетной бумагой делать, вообще, я без понятия. Сейчас глянем. Сейчас мы с вами что-нибудь тут... Испортим ему день рождения, так сказать, немножко. Мыло, наверное, с полом. Окей, это сюда. Туалетную бумагу сюда можно? Нет, нельзя. Я не знаю, что с туалетной бумагой делать. Готов. Шиза пошла. Шиза идет. Блин, ну так, на самом деле, поностальгировать, игрушка прям идеально подходит. Вот что-что. Разрисовываем лицо его мамы. Ща бабах, блин. Я не знаю, что с туалетной бумагой делать. Единственное, но... Я без понятия, что делать с туалетной бумагой. Отлично, еще раз Шизу поймал. А, еще и у мамы портрет увидел. Туалетная бумага. Я вот сижу, думаю, что с туалетной бумагой делать. А, он за пластырем я понял, что надо было сделать. Блин. Надо было туалетную бумагу здесь, наверное, раскидать. А, придется заново играть, кажется, слушайте. Если хотим идеально все сделать. Давайте заодно покажу, как сосед видит. Если нас видит, то что происходит. Блин, знал бы я об этом чуть пораньше. Хотя, ладно, давайте идеально отыгрывать уж не будем. Я думаю, в этом нет никакого проку, толку. Ой, поздно. Ой. Я улетел. А, у меня 3 жизни, а в первой части этого не было. Блин, ну это не круто. Давай заново начнем, сейчас все идеально сделаем. Я вот в детстве вот этим, кстати, и занимался. Я отыгрывал идеально, потому что, ну, игр в детстве особо толком не было, да, много на компьютере. Ну, на ноутбуке в моем случае. И вот. Так сказать, приходилось на 100% игры проходить. Но это было круто, на самом-то деле. А, нифига, мы это все нашли тут. Понятно. Мы, кстати, наверное, знаете, что можем сделать? Мы можем мыло здесь вообще разлить, может больше очков получим. То есть вот так, вот так. Угу. Так, сейчас ждем. Вот изговняли ему здесь. Он получается здесь с ума сойдет, здесь с ума сойдет, тут и тут. Ой, так мы очень много очков, мне кажется, залутаем. Так, первым делом... Да, по-хорошему, надо сначала вот здесь ему шизу набить. Сейчас ждем. А, быстрее, 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 пока он не успел. Чё нет? Успел. Слава богу, я уже думал, не успею. Так, есть. Погнали. Теперь главное успеть. Наше дело успеть. Бабах. И сюда.
Готово. Все, снимаем. Во, мы ему сейчас такую шизу устроим, он просто с ума сойдет. Давайте, погнали. Первый пошел. Бедная спина, вот типа. Второй пошел. Он типа за аптечкой бежит вообще. Мы ему палец-то повредили, он за аптечкой бежит. И сейчас попутно, сейчас еще навернется тут, смотрите. А, он сначала это заметил. И сейчас еще напоследок навернется. Вот это вообще смерть. Готов. Ну вот и все. Идеально все сделали, как мне кажется. Ну, мне кажется, да, лучше быть не могло. Отлично. Ну и вот золотую статуэтку мы получаем. Это и есть та самая цель, да, ради чего хочется делать все идеально в этой жизни. Ну, давайте дальше у телеэкрана еще глянем. Блин, тут миссии довольно-таки быстрые, особенно, да? Я помню, как я в детстве очень долго, на самом деле, их все выполнял, потому что, ну, это было детство. Ты тогда довольно-таки тупенький еще. Пытаешься пока что-то поймешь. Тем более, это были те времена, когда я только-только знакомился с компьютерами, да, вот с этой вот всей движухой. Интернета даже ведь толком не было. Вот. Блин. Были времена, однако. Так, у телеэкрана. Воскресный отдых. Сосед развалился в кресле перед телевизором с непременной бутылкой пива в руке. Время от времени он заставляет себя встать и тащится к холодильнику за новой бутылкой. Как же Вуди получит момент для пакости? Поживем увидим. Решает Вуди и незаметно пробирается в дом. У нас вечер. Тен-тен-тен-тен. Блин, музыка вообще кайфная. Вот что-что. Мужика мое почти. Сначала давай полутаемся. Кто-то. Так, пилу нашли. О как. Так, опять туалетка. Так, так понимаю... Туалетка мне нужна здесь, как обычно. А, мы слабительное нашли. У нас 6 пакостей должно быть. Еще антенну. Это 2. 3, 4. Яйцо 5. А где еще одна пакость? Блин. А хороший, кстати, вопрос. Какая еще может быть пакость? А где? 1, 2, 3, 4. 5. Этого мало. Так, нам чего-то с вами не хватает. Сейчас глянем. Тут мы все залутали, да? Тут я все взял. Я так понимаю, надо будет подпилить ножку у его. Угу. Так, ну пойдем попробуем. Но этого мало, чего-то не хватает. Чего-то нам не хватает. А чего я что-то без понятия, слушайте. Вот яйцо. Яйцо. Блин, и правда, а чего не хватает? Мне кажется, может, что-то в туалете я скипнул, не? А что-то у него ботинки вообще делают, ну, в плане следы. Пойдем прогуляемся. Ой, как долго. Так, а я смогу потом продолжить, надеюсь? Давай пока посмотрим, может, я что-то тут все-таки скипнул. Так, вот чем можно взаимодействовать, да? Ну, яйцо я уже взял. Ладно, может кресло за 2 засчитает, я фиг знает. Потому что я правда без понятия, что тут еще. Опасно сейчас было, конечно. А, серьезно, с нулевой, блин. Как так-то? И что мне делать? Он что-то с нулевой. Видимо, надо... Я понял, что надо сделать.
И нужно его здесь остановить на время. Ну давай мы сейчас подождем еще разок, окей? Еще разок подождем. Потом попробуем. Так, сначала давай яйцом займемся. Потом надо ему слабительное, чтобы он в толчок побежал у нас. Слабительное есть. Отлично. Так, дальше что нас интересует? Тут все заперто пока что. Так, пить он будет, наверное, у себя в комнате, да, ведь? Ну, это понятное дело. Вот он пошел садиться. Интересно, можно еще яйцо взять? Не, один раз. Окей. И на унитаз бежит. Вернуться к Вуди. Пилим. Отлично, теперь он понял. А что он еще раз с ума сошел? Из-за чего это случилось? А, туалетной бумаги не было. Это, видимо, из-за туалетной бумаги, прикиньте. Я же туалетную бумагу подмешал ему в унитаз, и это тоже засчитало. О, как, а я-то думал, я что-то не знаю. Понятно. Ну все, прячемся. Мы с вами сделали все, что могли. Ну все, молодцы. Теперь сейчас он увидит еще телек, а потом сядет и упадет. Бля, какая музычка кайфная. Ничего себе он выпал. Готовченко. Победа. Очков меньше, но... Это потому, что я думал, как мне все сделать. Отлично, 3 миссии с этой прошли, ничего себе. Так, давайте глянем, что еще есть. Яблочный пирог, футбольные баталии. Вот это, кстати, что-то знакомое, да? Банный день. Угу. Ну, давай по очереди. Яблочный пирог. Что может быть лучше яблочного пирога? Думает сосед, ставя очередной ломтик в микроволновку. Ах, пальчики оближешь, но если как следует приспичит, забудешь даже про яблочный пирог, и сосед стремглав мчится в ванную. Вуди остается только ловить момент, а должен же кто-то помешать соседу наслаждаться пирогом. Ну, есть такое дело, да. Сейчас мы ему тут устроим вечеринку. Так, тут уже 7 действий. Так, то есть если нет туалетки, это тоже засчитывает. Запомнил. Сейчас глянем его распорядок действий. Кстати, опять тут вон что у него. Давай возьмем мыло пока. Пена для бритья. О, как. Так, он получается ждет тут. А, вот, это можно на пену для перетья поменять, да? Сливки у него сбитые есть. Волосин. От этого состава волосы... Ага. А, и идет в туалет. А что он в туалете делает? А, вон у него тут, кстати, какие-то штуки есть. Угу. Суперклей. Я так понимаю, сюда можно что-то... Вот это добавить и клей, наверное, еще до кучи, да? Ну-ка. Вот, естественно, на клей можно добавить какой-нибудь. А, вот, а он там, когда он... Все, понял, там же одеколон, то есть после бытия есть такая штука.
Это можно клеем, наверное, обмазать. Все, сейчас мы замутим. Сейчас мы с вами все сделаем. Так, как лучше поступить тогда? Ну, пойдем сюда сначала зайдем. Так, вот это надо сначала взять еще там. Отлично. Это сюда. Вон, сейчас тут преисполнится своим познанием. Успеть? Отлично. Яйцо. И прена для битья еще. Или что там? Ну что-то там. Так, отлично. Так, ну уж все там я не показывай. Я так уже пусть. Ну что-то с пирогом надо сделать еще, да? Ага, он также у нас навернулся. Вроде все, слушайте. Давайте теперь смотреть, что там будет у него происходить. Че, волосы на него выросли? А он сначала прилип. Да, это жестко. Бедный сосед. Хотя не, он заслужил, да? А что это звуки, да? Слышите, как будто дверь где-то открывается. Ну я вроде все, что мог сделал. Да, все, два остается, я все, что мог сделал. Ну, нам и этого хватит. Сосед сейчас шизу поймает тут плотно. Первая пошла. А знаете, что сделать? Камера пакости уберем. И так будем сами смотреть, зачем нам постоянно показывать. Так, и сейчас самое интересное, что это такое пена для бритья вместо сбитых сливок. А, все, вспомнил, да. Я уже забыть успел, чудо как. Блин, долго, слишком долго тут. Не успею еще раз с ума сойти, жалко. Ну ладно, мы так хватит. Ам-ням. Все, очередная победа за нами. Так. Кстати, знаете, что интересно? Тут почему-то всего 6 миссий, а дальше там... маленькая хереюшка, солнечный утро, искусство требует жерост. А, не, все, нормально. Я уже думал, тут почему-то некоторых миссий нет, я ошибся. Тут все есть, все тут имеется, окей. Ну, давайте еще одну сгоняем. Мы тут так-то довольно-таки неплохо с вами идем, я вам скажу, да? Смотри, сколько миссий уже прошли. Давай, футбольные баталии. Наш сосед ярый футбольный болельщик, за исключением тех случаев, когда мяч попадает в его окно. А ему всего-то хотелось немного расслабиться, поиграть на пианино. После таких переживаний лишь любимая фиалка Сьюзи может успокоить его нервы своим ароматом. Но Вуди вновь выходит на сцену. Да-да. Так, вот сумка. Вроде ему в окно будет футбольный мяч залетать, если я не ошибаюсь. Так, это что такое? Блин, что это за фигня? Этого раньше не было. Окей. О, видите, мяч залетает в окно. Так, а, вот фиалка. Вот про эту фиалку речь идет, понял. Вот про какую фиалку идет речь. Так. Делаем вот так. Так, сейчас он идет с фиалкой общаться своей. Тут, к сожалению, пусто. Он же в туалет не пойдет, ему незачем идти сюда. Да-да.
Так, им надо фиалку еще испортить. Ой, это что такое? 5-5-5-3-1-5. Это что такое? Впервые вижу. Вроде бы впервые такое вижу вообще, в принципе. Играет на пиано, на пианино. Ага, сыр. Убежали. Все, я понял, что надо сделать. А, тут еще что-то есть, это что такое? Отвлечь соседа? А зачем мне его отвлекать? А, это типа можно его... О, что? О, фига себе, что есть. Я этого не помню. Можно на цыпочках ходить. Интересно, можно ли что-нибудь с его пианино сделать или нет? Наверное, во время в игре на пианино можно, да, его отвлечь? Ну, пойдем. Пойдем начинать. Чушь. А, это сказать, что такое? О! О, нифига, что тут есть. Ну, это нам не надо, в принципе, ну ладно. Делаем вот так, вот так. Теперь сейчас закину тут мячик, мы должны его поменять вот на... Шар для боулинга, чтобы он ногой, когда пинал его... Больно было. Блин. А как это сделать? А я без понятия. Плохо. Ай. Ну ладно, ничего страшного. Я справился со своей задачей, в принципе. Возможно, для этого телефон и нужен, да? Здесь вот для этого телефон, слушайте, и нужен был. Я не факт. Так, и вот теперь самое интересное. Блин, бедный Вуди. Так, кстати, мне маркер остался. Я ему поменял, типа, там все, понял. Так. Теперь сыр, отлично. Теперь унитаз. Туда я. Так, и теперь остается пианино. Опять, что за звуки? А, это типа замок сбрасывается. Понятно. Теперь давай ему позвоним. Да, это тоже засчитывается. Отлично. Надо было тогда еще сделать что-то, я, да, мог намного лучше отыграть. А я только сейчас понял, что у него тут телефон, что-то я до этого не додумался почему-то. Я тут телефон увидел, подумал, он сюда побежит. А смысл ему тут два шага пробегать, да? Окей. Ну и последнее. Херово сыграй на пианино, и все, можешь в морг ехать. Отлично. Кстати, все 7 раз получилось. Вообще практически идеально. Еще бы я не свидел. Вообще было бы белиссимо, мне кажется. Ну, неплохо, неплохо пойдет. Так, и последнее, что нас с вами интересует, это банный день. Аж 9 тут пакостей можно устроить. Погнали.
Погнали. Чистота — залог здоровья. Сосед Вонючка с нетерпением ждет возможности расслабиться в ванной. А пока вода набирается, он листает старый альбом, где полно фотографий его дорогой мамаши. Попутно поглощая сладость и переглядывая за пудингом, но Вуди уже придумал пару новых пакостей. Теперь, судя по всему, да, он будет по всему дому ходить, как я понял. Ну, сейчас пособираем все, что можно, и будем думать, что куда, зачем. Так, вот он читает. Давай возьмем туалетку. Возьмем мыло. Аптечку. Ой, сколько всего мы насобирали с вами уже. Шарики для ванны можно вместо вот этих, да, сделать ему. Угу. Волосин, мыло, туалетная бумага. Черная вакса. О, какие слова, 100 лет таких не слышал. Ну давай начнем. Че стесняться? Тут слишком много всего. Блин. Так, ладно, погнали. А что сюда? А, не знаю. Бежим. Видимо, там делать нечего пока. Или я что-то не понял. А, бутылку. Я бутылку пытался? Нет, я не помню. Отлично. Давай теперь шарики, получается. Сюда клей. А куда вот эту штуку добавить, я так и не понял. Ладно. Идеально не получится, ну что ж. А, нет, а что сюда надо? Что-то я не понимаю. Надо ее чем-то наполнить. Чем-то наполнить. Блин, надо было из унитаза, наверное, наполнить попробовать. Есть такая возможность? А это куда? Ну, с яйцом не получится. Ну-ка. Ошибись. Отлично. Она была на полотенце, наверное, да? Блин, это правда. Давай-давай быстрее. Не, нельзя. Блин, тогда, слушайте, я не знаю, надо ее чем-то... А чем? Ой. Отлично, бежим. Вот он берет бутылку вот эту, да? А я без понятия, чем ее наполнить. Уж, блин, тяжело что-то. Это альбом. Так, вот он берет бутылку, что он с ней делает? Добавляет, так надо ее чем-то наполнить, а чем? Надо ее чем-то наполнить. Блин, сейчас меня избивать будут, бежим! Можно, когда он ванну наполняет, оттуда воду взять. Ну, по логике вещей, я просто думаю, как будет. После этого так не соединяется, смотрите.
Угу. Давай попробуем сейчас в ванную там взять воду. Ой. Что же я сделал? Нафидел. Блин. За что? Да ладно тебе, нормально общались. Что-то я тупанул. Что-то я тупанул. Ладно. Так. Попробуем сейчас. Я не знаю. Наполненная ванная. Да, надо было здесь. А, мыльная пена, типа. Блин. Может, тогда давайте заново? Так сказать, последнюю каточку надо прям, я считаю, идеально отыграть. Давайте идеально прям отыграем. Я понял, что как делать. Сейчас все сделаем. Погнали. Отлично. Погнали. Так, тут пока ничего трогать не будем. Мы сейчас подождем, пока он ванную наберет, помоется. И после этого начнем с вами действовать. Или можно прямо в моменте, пока он моется, кстати. Нет, слишком много на действие сделать. Угу. Ну, это мини-игра вообще лишняя, мне кажется. Зачем ее добавляли? Что-то я без понятия. Добавили просто, чтобы добавить. Странное. Ну ладно. Так, у нас есть все. Так, все остальное надо в других местах. Погнали. Ну все, тут конечное у типа. Тут у него конечное. Погнали. Все, снимаем. Вообще все сделал вроде. Просто записываем как тип последние нервные клетки. А я думаю. Пам-пам-пам. Ой, как же ты круто. Сейчас еще полотенцем. Еще полотенцем оттерся. Да, это жестко. Так, и вот тут получается остаются три. Ну вот я, шарики, конечно, сейчас все зафейлят на самом деле. Потому что он сейчас в толчок побежит, и у него вот этот чердак потом успокоится. Ладно, все равно почти идеально, почти идеально. Ну, желательно нам начинать вот отсюда. То есть, чтобы прям идеально все сделать, но я решил, ладно, честно. Вот видите, он толчок бежит, и зато сейчас у него вот эта штука вся сбросится. Он успеет он еще раз наполнить ее. Хотя, может и успеет. Не, долго, он слишком медленно идет, да? Или нет? Пожалуйста, успей. Блин, вообще он не в ту сторону пошел. Он через низ идет. Блин, плохо. Он не увидит микроволновку, наверное. Он микроволновку не увидит. Да ладно. Блин. Ну, как я и сказал, надо вот отсюда начинать с микроволновки.
Ща ванную пойдет наполнять. И не увидит мой ему подарок. Ну, блин. Ну, как так-то? Я для него старался, значит. Ну, почти идеально. Ну, как я и сказал, да, надо с микроволновки начинать. И там вообще прям все будет идеально работать дальше. Это печально. Кстати, у него очень долго не сбрасывается эта штука. А, вот, пошла. Не, не успеет. Он там сейчас будет книгу читать, потом кушать еще. Хотя, кстати, медленно очень сбрасывается. Видимо, из-за слишком большого количества шизы. Может, идеально получится отыграть? Ну, по времени плохо. 5 минут уже почти. Плохо. Ну ладно, 8 шиз из 8. Идеально. Готов. -1. О, достойно, достойно. Нервный срыв, есть такое дело. Ну, друзья, вот такая вот игрушка, прошли мы с вами начальные миссии, их здесь намного-намного больше, и не только в этом доме, то есть дом будет потом, я как знаю, расширяться, а потом там вообще есть части, где там и на какой-то яхте будет что-то происходить, и на пляже, то есть не только все в доме происходит, но тем не менее, все равно интересно. Все равно интересно наблюдать, как наш сосед страдает. Ну и пишите, как вообще. Есть небольшие, так сказать, воспоминания? Есть эта ачивка? Скрытые воспоминания или чем-то в этом духе? Потому что я, блин, кайфанул, правда. Хоть игрушка, как я уже и говорил, далеко не под мой возраст, да, и далеко не под, возможно, для многих нас уже не под тот возраст. Но в детстве это был кайф. Это был определенный кайф. Когда не было других крутых проектов, это, наверное, был один из первых вообще таких замечательных, интересных. И, блин, что еще надо для детства, да? Вообще кайф. Как-то так. Все. С вами был Костя Залева. Кто первый на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, звоните, прожимайте колокольчик, оставляйте свои комментарии. Всем пока.